Nu, pirmkārt, es sveicinu visus. Mūsu, varat pateikt, pirmajā amatieru Jelgavas atklātāja čempionā īstā latviešu sporta veida Nousa. Я приветствую всех. Спасибо, что сегодня приехали. Погода нам сегодня улыбается. Солнышко отлично. Спелаем līdz trim uzvaram. Un sanākam maksimums ir 5 spēles. Līdz ar to mēs skaitam. Ja būs spēle, piemēram, jūs nospēlējat 3-1, tas nozīmē, ka jūs dabūjat punktu. Nākamajā spēlē jūs vinējat 3-1, tad dabūjat 3 punktus. Mēs spēlējam pēc Latvijas Nousa federācijas noteikumiem. Bet, atkartošu, mums ir amatieru čempionāts. Līdz ar to, jūs kā divi pretinieki sākat spēlēt un sava sārpa vienmēr vienojaties. Никаких особенных правил у нас нету. Вы два соперника, вы два джентльмена, вы подходите к столу, вы уже уважаете своего соперника, вы играете до победы. Если нарушили, я ирка указ паркапумс, венмер вайкадзитис, патейка иркюда, это джентльмен. Я у тебя вопросы, ну тот саком спелает. Пауза, тогда курите. Часа дня, и у нас начинается плей-офф. Играем до 4 побед, и 8 сильнейших участников вышло. Так что скоро мы определим сильнейшего. У вас плей-офф. Проигрываете, будете играть за третье место, выигрываете, играете в финале. Ну, еще не финал, полуфинал. Полуфинал, второй полуфинал, серьезная игра, серьезные участники, сошлись два друга. Хотели в разное, чтобы в финале они встретились. Ну да, но уже в плей-оффе так не получается, ты не можешь запланировать. Они каждый в своей группе заняли первые места. Я бы отнес категорию уже профессионалов или полупрофессионалов. В следующем турнире они будут просто уважаемые VIP-персоны приглашенные, да? Они будут обучать. Не, ну просто надо правильно, наверное, разделять хотя бы взрослые от детей, юноши и... Это с опытом, да, приходит? Ну, конечно, с опытом. У нас тоже первый турнир такой, но...
скажу, что уже те эмоции, которые люди подходят и благодарят за организацию, это самое главное. Поэтому, если сейчас полиция снова что-нибудь не придумает, то сделаем в следующий раз еще один турнир. 4-9. Дама Сункунги, узманибо. Мом сакси столит спеле пар трешу вету. Последнее. Ну чё? Золотой удар? Давай, на шапку. Что-то здесь все будет. Закрытыми глазами. Да, дама Сункунги, мом сир узворотай. У нас есть победитель. Ну-ка, нослай за смусу турнирс. Заканчивается наш турнир уже. Осталось самое главное, наверное, это награждение. Мы с узнаем куршоден, но аматерем. Ирви стипракайс. Бет вайя куршоден небе. Висы малочи. Он висим палдес парпедал еще нас. Палдес аримуши пущем, кури атнаца. И сапрото кацините с этим зверем. Би грути, бет юс малочи. Он маза давана, но маним ты штел. Палдес. Треша вета мумс ир Равис. Равис, es tevi apsveicu. Forš rezultāts. Protams, es tevi uzskatu kā pa pus profesionālu. Bet bija forši skatīties, kā tu spēlē un apmācīja arī pārējais. Paldies tev liels. Tā, otra vieta. Mums ir šodien, mums ir atklātais turnīrs. Pareiz teikt, ne čempionāt, bet turnīrs. Jo mums ir aizliegts saukties par čempionātu. Viesis no Rīgas, bet amatēris, Vitālijs Rudņas. Vitālijs, es tevi apsveicu. Jā, labs rezultāts un paldies, ka tu atbrauc uz mūsu mīlestības pilsētu. Tā, un protams, pirmā vieta. Pirmā vieta, nu, es skatījos un brīnījos, ka cilvēki mag spēlēt tā nolsam. Īsta Latvijas, latviešu sporta veidu. Tā. Tā, Oskar, es tevi apsveicu. Nopelnīta pirmā vieta. Prieks, ka tu atbrauci. Prieks bija redzēt tavu talantu šodien. Jā, paldies visiem vēlreiz. Prieks, ka jūs atnācāt. Paldies, ka atbalstījāt. Čau visiem!